Привет всем, кто любит рисовать по клеточкам. В этом видео рисуем красивый и яркий рисунок ко дню рождения. Начинаем внизу с левой стороны тетради коричневым фломастером. Рисуем 11 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сразу же меняем коричневый на бежевый. От второй коричневой клеточки добавляем еще 3 клеточки вверх бежевым. Дальше справа 1, теперь 2, теперь снова 1, дальше снова 2, теперь 3. Снова 1, 2 клеточки и 1. Теперь розовый. Рисуем теперь над бежевыми. Здесь 3 клеточки, добавляем еще вверх 2. Теперь 4. Дальше 3. 1, 2, 3, 4 снова. Теперь снова 3. Дальше 2. 4. Снова 3. Снова 4. И осталось нарисовать свечки. Берем голубой фломастер. Первый ряд пропускаем. Рисуем на следующем втором ряду 2 клеточки. Теперь пропускаем 2 ряда клеточек. Еще 2 добавляем. И снова пропускаем 2 ряда клеточек и 2 клеточки рисуем. Теперь светло-желтый. Над каждой из этих двух клеточек один ряд пропускаем и рисуем по одной клеточке. Итак, торт нарисован. Теперь рисуем надпись «С днем рождения». Начнем от первой желтой клеточки. Пропускаем вверх 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше 5 рисуем. Пропускаем влево 1 ряд клеточек и снова рисуем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем здесь одной клеточкой. Меняем оранжевый на светло-зеленый или салатовый. Пропускаем один ряд клеточек вправо и рисуем 4 на следующем. Пропускаем снова один ряд клеточек и через ряд снова 4. Сверху эти два ряда соединяем одной клеточкой. И от только что нарисованной от 2 вниз пропускаем и еще одну рисуем. Теперь голубой фломастер. Снова пропускаем ряд клеточек вправо и рисуем 5. 1, 2, 3, 4, 5. От самой верхней поворачиваем на одну вправо. И от второй клеточки поворачиваем одной клеточкой вправо. Эти две клеточки, только что нарисованные, соединяем вот так вот двумя клеточками. Снова возвращаемся к зеленому и рисуем точно такую же букву. Пропускаем один ряд клеточек и рисуем снова. Теперь желтый фломастер. Снова пропускаем один ряд клеточек вправо и рисуем сверху 3.
Пропускаем от этих трех клеточек один ряд клеточек вправо и снова рисуем 3. Соединяем последние клеточки одной. Я только что нарисовано еще 2 вниз. Здесь тоже получается 3 клеточки. Снова берем оранжевый. Начинаем от второй, желтой клеточки. Одну пропускаем вверх, 1, 2, 3, 4, 5 клеточек рисуем. Теперь от пятой, третьей и первой добавляем еще по одной клеточке. И соединяем их 2 клеточками. Теперь берем снова зеленый. Пропускаем, как обычно, один ряд клеточек и рисуем просто 5 клеточек. Теперь светло-желтый. Пропускаем ряд и точно так же рисуем один ряд из 5 клеточек. От самой верхней поворачиваем на одну вправо и от второй клеточки поворачиваем на одну вправо. Соединяем эти 2 клеточки 2. И под этими 2 клеточками одну пропускаем и еще одну рисуем. Дальше. От верхних этих 2 желтых клеточек 2 пропускаем вправо и 3 рисуем. И от центральной клеточки добавляем еще 4 вниз. Как обычно, пропускаем ряд клеточек вправо, рисуем 5 клеточек. Снова пропускаем ряд вправо и снова рисуем 5 клеточек. И соединяем их по центру. Вот так вот. Ну и не меняя фломастера, рисуем под этими желтыми клеточками. Здесь есть 5. Одну вниз пропускаем и снова рисуем 5 клеточек, только уже зеленым. От первой и последней добавляем еще по одной вправо. И соединяем их 3 клеточками. Теперь снова берем светло-желтый, пропускаем ряд клеточек вправо и рисуем 4 клеточки. Пропускаем один ряд клеточек вправо и снова рисуем 4 клеточки. Соединяем одной клеточкой сверху. Здесь получилось 4 клеточки, 2 пропускаем и 1 рисуем. И снова оранжевый. Осталась еще 1 буква. Рисуем под этими зелеными. Одну пропускаем вниз, рисуем 3. И под этими точно так же. Одну пропускаем, 3 рисуем. Нижние соединяем. И добавляем еще 2 клеточки по только что нарисованной. Получается здесь 3, здесь и здесь. И в общем получается буква. Если вы искали, как нарисовать рисунок ко дню рождения по клеточкам, то можете смело рисовать именно этот рисунок. Он получился красивый и яркий. Я еще добавлю несколько клеточек синим фломастером, чтобы получилось еще более красиво.